Маяк – молодой обитатель зоопарка «Лесная сказка». По сути, еще игривый котенок, только 200-килограммовый. И съедает такой котенок по 10 килограммов в день. Маяку 2 года, и пока у него еще не получается стать папой, хотя его подруга Фифа уже давно намекает об этом. Но сотрудники зоопарка уверены, через несколько месяцев семья бенгальских тигров станет больше. У них было долгое друг к другу привыкание. Бои были, что видно по маяку и по Фифе, что нос в царапинах. Ну ничего, привыкли друг к другу. Они у нас очень как контактные, в плане, что могут подойти, когда к ним приходишь, они реагируют на тебя, играются. А еще сородичи маяка и Фифы находятся на грани вымирания. Только за последние 80 лет человек уничтожил 3 вида тигров. Хочется верить, что символ следующего года окончательно не исчезнет на нашей планете. Эта кошка уверенная, эта кошка надежная, эта кошка мощная, эта кошка сильная. Вот вы знаете, мне кажется, такой год должен быть, потому что, вот я честно признаюсь, слушал вчера по центральному каналу мнение астрологов. Так вот, астрологи говорят о том, что со следующего года как раз именно начинается ситуация улучшения всей общественно-политической жизни в стране и в мире. И я уверен, что этому как раз способствует именно год тигра. Вот такой вот знак, потому что тигр – это сила и мощь. А это уже многодетная мать Багира. Если среднестатистическая тигрица рожает 1 раз в 3 года и обычно по 4 котенка, то Багира всего за 4 года уже родила 16 тигрят от своего Шерхана. В «Лесной сказке» считают, что 2022 год может тоже для многих стать плодовитым. Тигр – это животное, которое социальное, это животное, которое приветствует создание семей и, естественно, появление малышей. То есть это такой вот намек для тех, у кого еще нет семьи? Совершенно верно. Если у кого-то еще нет 4 детей, то, наверное, совершенно спокойно можно в этом году это сделать и завести себе, по крайней мере, по 1. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.